Когда вы в последний раз признавались себе, что жизнь прекрасна и удивительна? Наверняка давно. Порой мы так увлечены своими заботами и делами, что не можем остановиться, посмотреть вокруг и насладиться тем, что нас окружает. Меня зовут Жанна, у меня есть лучшая подруга. Мы постараемся объединить все то, что может сделать нас чуточку счастливее и свободнее. Мы поговорим о том, что волнует каждого из нас, спросим советы у специалистов, побываем в интересных местах, ну и, конечно, поговорим с интересными людьми. Одним словом, мы постараемся создать хорошее настроение и зарядиться позитивом. Что, сюрприз мне готовишь? Интересный? Нет? Вкусный? Все, можно открывать? Так нечестно, я тебя водила в бистро Бом. А, это теперь ристро? Ну, хитрюга. Пошли. Дорогая моя, раз ты меня пригласила, значит, ты угощаешь, а я буду. Так, жаркое по-домашнему, тефтельки с подливой, котлеты рубленые, две, три, нет, четыре. Ну ладно, две, потому что еще будет хачапури по-ажарски, две. И это только мне. Ты-то что-нибудь будешь? Я шучу, нам с тобой хватит это на двоих. Держалась, заказала пиццу. Я тоже люблю итальянскую кухню, тем более, что в Ристро Бом совсем скоро будут готовить настоящую пасту. Или, как итальянцы говорят, паста. Прямо здесь, при тебе. Угу. Дамочка пригласила меня туда, куда я тебя водила. Только название сменилось, а все осталось по-прежнему. Качество как в ресторане, а готовят быстро, как в бистро. Вкусные. Привет, моя дорогая. Спасибо, что согласилась помочь мне с выбором. Знаешь что, каникулы каникулами, а к учебному году готовиться надо. Знакомься, мои племянники. На вопрос, куда идти, когда приходит время собирать ребенка в школу, я тебе отвечу так. В сети магазинов «Вещевая ярмарка» есть все, чтобы одеть ребенка в школу. Причем как для первоклашки, так и для старшеклассника. Ох ты моя зайка! Здорово! Тебе самой нравится? Подожди, здесь еще смотри, какие блузочки. Нравится? Вот такую, да? Еще юбку. Боже мой, вы сразили меня на повал. Стой, не хватает одной детали. Ну-ка, давай-ка. И ты у меня будешь самый крутой на линейке. Смотри, я какой для Сони рюкзачок подобрала, да? Не мимишка? Ты моя зайка, уже переоделась. Но, по-моему, здорово. Смотри, какой рюкзачок. Ты уже и себе взяла. А может, и этот все-таки? Удает. Самостоятельный. Ну все, школьную форму купили, спортивные костюмы купили, обувь купили, рюкзаки взяли. Мы к школе готовы! Пошли! Залипла? Я тебя понимаю, я тоже люблю наш город. Ну потому что родной, потому что у нас есть Волга. И ты представляешь, вот ты сидишь, наслаждаешься любимой кухней вот с таким вот видом. Догадалась? Да, я тебя приглашаю в ресторан «Парус».
А мне очень нравится этот зал, потому что здесь можно проводить как банкеты, так и семейные посиделки. А еще сюда можно пригласить друзей, которые, скажем, приехали из другого города. А знаешь почему? Потому что отсюда открывается превосходный вид на наш город. Ну, я тебе так скажу, когда я здесь была последний раз? Никогда. Здесь все было по-другому. Но на самом деле мы находимся в очень уютном, красивом вип-зале. Чувствуешь себя вип-персоной? Толпа. А еще в твоем распоряжении каминный зал. А здесь полное ощущение тепла и домашнего уюта. Это вот как раз тот случай, когда торжественный по форме и уютный по содержанию. А вообще, в любом зале ресторана «Парус» тебя всегда ждут с теплотой и любовью. Ну, смотри, какая красота. Идешь ты такая молодая, красивая, наслаждаешься любимым городом, по набережной. И вдруг проголодалась. Никуда идти не нужно. Стоит только завернуть, и все. И тебя вкусно накормят, и ты продолжишь любоваться любимым видом. Ну что, как тебе? Как тебе вот этот вот зал? Все нравится? А ты еще даже не пробовала ничего. Выбирай. Здесь, кстати, отличная европейская и восточная кухня. Ну что, ты определилась? Нет еще? А мне уже заказ принесли. Да, посмотри, какая красота. Это фирменный салат, он так и называется. Парус. Так что приятного аппетита мне.